Друзья, всем привет! Вы на канале «Делай то, делай это». С вами Ким, и мы продолжаем возводить перегородки на первом этаже в здании. Это движется уже к окончанию. Мы видим, как ребята стараются очень интенсивно это делать. К сожалению, вторая партия блока пришла с отклонениями в геометрической форме, так как нам нету времени ждать хорошего качественного блока. Он только у нас на март месяц, а строить надо сейчас, поэтому заказываем ближайшие поставки перегородочного блока. Ну, в принципе, он неплохой, но с изъянами по геометрии. Мы это все дело поправляем. Конечно, времени уходит на это намного больше, когда приходится подгонять, подкладывать, подрезать блок для того, чтобы он ровно ложился, проверять его чаще перед каждым возведением последующего блока. Конечно, сил у нас уходит очень много на это, но что поделать, и с таким блоком надо уметь работать, поэтому все это делаем на совесть, быстро и так, чтобы у нас в дальнейшем как можно меньше уходило штукатурки на отделочные работы по блоку. Вот мы видим, как уже последние ряды заканчиваются наверху. Это у нас высота 3,20 от пола. Последние два ряда мы докладываем перегородок и будем переходить на следующие этажи. Так что все у нас получается здорово. Мы видим, как стена нарисовалась уже. Одна, вторая, третья. С другой стороны, да, конечно, мы это все делаем на совесть. И к нашему удовольствию это получается у всех здорово. Блок у нас по толщине 100-й. По высоте 250 и по длине 625, но в верхних точках нам приходится его подрезать по размеру, и верхний шов мы запениваем в промежутке между плитами перекрытия и самим перегородочным блоком. Вот мы видим на видео, как это происходит. Пена ложится ровным швом, заполняем пустотные пространства и переходим на следующую стену окончательную. К сожалению, у меня садится заряд батареи. Я сейчас вам покажу, как мы это подрезаем, это все дело. Все это подрезанные части мы подгоняем на последний ряд. С вами был Ким, на канале «Делай то, делай это», рубрика «Стройка». Подписывайтесь, оставайтесь с нами, увидите еще много интересного. Пока!